Спрашивали, отвечаем. Что грозит за предпринимательскую деятельность без оформления статуса ИП? При осуществлении деятельности без регистрации в налоговом органе, без оформления статуса индивидуального предпринимателя, грозит применение административной и даже уголовной ответственности в зависимости от суммы полученного дохода. Административная ответственность в соответствии с кодексом составляет от 500 до 2000 рублей. Кроме того, налоговый орган за весь период работы предпринимателя посчитает, соответственно, налог на доходы физических лиц, иные налоги, если они будут вытекать из его деятельности, и предъявит ему вместе с пенями и штрафами. Кроме того, за работу с особо крупными суммами предусмотрена даже уголовная ответственность. Все выпуски программы на сайте первомедиа.ру. Телефон редакции 64 92 92.